Россия не понимает, по-видимому, или ей на это наплевать, что 21 век — это, конечно же, век биотехнологии. В 21 веке от биотехнологии будет зависеть все. Будет зависеть продовольственная безопасность, в том смысле, чтобы всем хватало еды. Будет зависеть медицина, будет зависеть продолжительность жизни, будет зависеть все. И понятно, что сверхдержавами будут, ну, видимо, те же самые Соединенные Штаты, которые по-прежнему понимают, что наука — это хорошо. Хотя бы некоторые люди там это понимают. И, видимо, Китай. Потому что Китай как раз развивает биотехнологии активно, а мы нет, а мы будем в жопе, ну ладно.